покорил. Чкалов был народ, а Громов — личность. Каждый, как любовь, не повторил. Чкалов — неуемная натура, до хитринки искренний талант. Громов — скрупулезная культура, строгий романтический педант. Громов нет и не было надежней. Чкалов — риск, отвага и азарт. Громова встречали по одежке, кепка не повернута назад. И шнурок гагаринский в волнении Чкалову пошел бы. Ерунда! Громову, вне всякого сомнения, это бы не случилось никогда. Чкалов, не придумаешь заранее для души пределов, рубежей. Громов, так рассчитано задание, кровь не шла из носа и ушей. Чкалов был стихия, бездорожье. Громов жил, мгновение не сгубя. Чкалов был на каждого похожим. Громов был похожим на себя. Добрый вечер, дорогие наши гости. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить 120-ю годовщину со дня рождения летчика номер один Михаила Михайловича Громова. И я с удовольствием приглашаю на эту сцену моего соведущего. Это историк авиации Андрей Симонов. Среди них и основоположник высшего пилотажа Петр Нестеров, и непревзойденный воздушный ас Александр Покрышкин, и храбрейший летчик-испытатель Сергей Анохин. Но есть один летчик, чье первенство не оспаривалось никем и никогда. Это герой Советского Союза, заслуженный летчик СССР, генерал-полковник авиации, заслуженный мастер спорта СССР, профессор Михаил Михайлович Громов. Громов сделал очень много не только для мировой авиации, но и для нашего города в частности. Именно благодаря ему было выбрано место для нового аэродрома ЦАГИ, который сейчас известен всему миру как аэродром Лии.